Здравствуйте, коллеги. Сегодня новый лайфхак в продолжение предыдущего. Как набирать лучших сотрудников с рынка, в частности, команды лид-генераторов. Я хотел бы рассказать о следующем шаге. Первый шаг, если вы помните, сейчас я вам покажу на экране, как это выглядит. Первый шаг был составить классную вакансию. То есть вот классную вакансию, которая людей цепляет. И как вы видите, эта вакансия собрала 398 откликов, и это здорово. Теперь давайте посмотрим на следующий шаг. Следующий шаг, как нам эти отклики правильно отсортировать, как нам из 400, по сути, заявок выбрать тех, с кем нам дальше имеет смысл работать. Как это все автоматизировать, потому что 400 контактов обработать руками, это тяжело. Что делаю я? Ну, смотрите, каждому человеку, который прислал мне отклик, я высылаю сообщение. Значит, я высылаю что-то очень простенькое. Сейчас, секунду. Значит, смысл этого сообщения, сейчас именно тестовое правильное сообщение подберу здесь. Это, по-моему, это сообщение на другую задачу. Смотрим, что-то более раннее. Смысл сообщения очень простой. Во-первых, проверить данного человека на... Да, вот оно сообщение. Сейчас открою его, покажу. Так, откроем. Вот наше сообщение. Вот смотрите. Я прошу сделать небольшую тестовую задачу. Найти профиль руководителя. Простая тестовая задача должна быть элементом того, что человек будет делать каждый день. Ну вот здесь, например, найдите профиль руководителя украинской IT-компании в LinkedIn. Ну, например, вот, мне нужно, чтобы лидогенератор работал в LinkedIn. Я говорю, вот найди. Обычно я им даю этот список, и он есть. Но здесь я предлагаю найти профиль самостоятельно. Ну, чтобы не распределять, сам найди, заодно познакомишься с LinkedIn и поймешь, как это работает. Потом даю краткую инструкцию. У меня эта инструкция есть уже для тех, кто с кем я работаю дальше. Подготовить предложение по оптимизации профиля на английском языке согласно нашей методичке. То есть уже немножко обучаю, показываю методичку и проверяю знания английского языка. Заполнить результаты оптимизации в шаблон, сделать себе копию, дать мне. То есть это небольшая задача, которая у человека занимает, ну, где-то, может, там, час или два, ну, максимум, да. И из 400 позволяет мне выбрать тех, кому действительно это надо. То есть кто человек? Мне обычно пишут как в таком случае. Говорят, ой, что это уже работа, я ее буду делать за деньги. Окей, без проблем, иди ищи дальше. У меня есть из кого выбрать, то есть рынок сейчас на моей стороне. Есть он 400 человек, могу выбрать тех, кто этим займется. Те, кому надо, они понимают, что они знают, кто я не знаю, кто они. Им нужно, ну, создать свой позитивный образ в моих глазах. Там не сложно, если есть квалификация, желание, человек это делает. Потом, что я прошу, в результате в виде ссылки выслать мне письмом на там, мою почту с темой до 15 завтрашнего дня. Что я здесь тестирую? Первое, пунктуальность, то есть раз. Еще, пожалуйста, внимательность. Пожалуйста, подтвердите получение данного письма. То есть те, кто не подтверждают, это уже определенный минус, да, то есть они невнимательно относятся к задачам поставленным. Первое. Второе, пунктуальность до 15:00 завтрашнего дня. И третье, мотивация. И это вот те soft skills, которые являются ключевыми. Если человек это делает, если человек это выполняет, с ним имеет смысл общаться дальше. Значит, какие у меня получились результаты? Я получил из 400 около 50 ответов, о которых имеет смысл говорить. Это уже работа, да, это уже надо разбирать. Что я делал с ними дальше? Часть из них были вообще абсолютно никакого качества, то есть вообще ни о чем, ни на английском языке и так далее. Примерно 17 из них я получил в виде уже готовой качественной работы. Ну, 17 это много, мне нужно 2 было, да, мне 17 не надо. Что я сделал дальше? Мы работаем в такой программе, которая называется RAIC, это программа управления проектами. И в рамках этой программы у меня есть шаблон адаптации менеджера по лидогенерации. Это шаблон, здесь есть 7 пунктов, они более детальные, то есть они, по сути, помогают, первое, научиться работать с программой. Все дальше в этой программе работают, поэтому человек уже учится. Потом человек немножко отвечает о себе, пару слов рассказывает.
И потом выполняет несколько задач. Определиться для IT-компании, создать список целевой аудитории, подготовить тестовое сообщение, подготовить какой-то простенький кейс и подвести итоги адаптации. Там, что получилось, что не получилось. То есть, по сути, человек выполняет несколько задач такого плана, что он будет делать ежедневно в своей работе. И я в несколько кликов добавляю человека, вот этих 17 человек, я добавил вот сюда, видите, в этот списочек, и, по сути, назначил им несколько кликов эти задачи. Ну, то есть, как это выглядело, например, вот здесь, да? То есть, человек здесь получил эти задачи и начал их выполнять. Чик-чик-чик-чик, вот он их выполнил, да? В итоге написал свои результаты и так далее. Здесь произошел следующий отсев. Это занимало у людей в среднем в свободном режиме, там, по часу в день в течение 3-4 дней. Ну, то есть, ну, не суперсложная задача, не бином-ньютона, да? Вот, соответственно... И на основании этого уже списка я составил из 17, у меня получилось 5 лидеров. И вот с 5 лидерами я уже провел собеседование, посмотрел им в глаза, обсудили эти вопросы, и я взял 3 тогда, ну, потому что там один был точно лидер, которого надо было брать, и 2 человека были такие, ну, примерно одинаковые, и оба достаточно интересные. В итоге через 3 недели номер 3 отсеялся по личным причинам, там что-то случилось, ну не суть, окей, все нормально, это жизнь. И в итоге за примерно 3 недели я собрал А, 400 отзывов, Б, на них получил 400 откликов от потенциальных сотрудников. Из них выбрал примерно 60 предварительно, 17 из них, то есть из них по 60 получил полезную обратную связь уже, 17 выбрал в качестве тестовой группы, то есть той группы, которая будет проходить тестирование, и из 17 в итоге на работу взял 3, и 2 в итоге осталось. Более того, мы работаем с ними до сих пор, и это очень круто, причем что это было уже там сколько, 2 года тому назад, да, эта система создавалась. Соответственно, для чего я это все показываю? Для того, чтобы вы увидели, что рекрутинг качественных людей с рынка – это не что-то суперсложное. Это процесс, который можно построить, которым можно управлять и который дает свои хорошие результаты. Более подробно о построении программы команды лидогенерации я расскажу в четверг. 21 числа в 14:00 на вебинаре, посвященному данной тематике. Ссылочка на регистрацию на данный вебинар в описании. Кто уже зарегистрировался, окей. Кто нет, регистрируйтесь. У нас всего там 100 мест, вот, для того, чтобы мы могли более точечно пообщаться и было бы у нас качественное общение. Мне нужна толпа, мне нужны как бы люди, с которым это будет полезно и интересно. Поэтому спасибо за просмотр. До встречи на вебинаре. Всем хорошего дня. Пока-пока.